Котик мяу, привет! Как дела? Где ты был? Я тебя давно не видел. Что с тобой было все это время? Привет, привет! Я тоже очень скучал. Ты знаешь, в последнее время я был немножко занят, у меня был небольшой отпуск, но я так скучал по нашим урокам польского языка и так хочу их возобновить. Котик мяу, это супер, что у тебя осталась мотивация к изучению польского языка. Давай тогда сегодня приступим к изучению. Ты готов? Да, да, я так этого ждал. Я даже взял с собой тетрадку и ручку, чтобы все записывать и ничего не пропустить. Супер, котик мяу, тогда давай приступим. Начнем. Поехали. Ну что же, котик мяу, сегодня наш урок будет посвящен животным. И как видишь, мы с тобой пришли сегодня на ферму, чтобы поближе с ними познакомиться. Супер! Я так люблю животных! Это просто не передать словами! Серьезно, котик мяу? Интересно, расскажи более подробно, каких именно животных ты любишь? Ну, ты знаешь, я люблю, наверное, всех животных люблю. Они все такие красивые, интересные, разнообразные. Хорошо, котик мяу, я тебя услышал. Давай тогда начнем к изучению. И как видишь, вон стоит курица. Видишь? Да, я вижу, курица. Хорошо, котик мяу, как будет по-польски курица? Как ты думаешь? Ну, я не знаю. Курица, ку-ку-ку. Котик мяу, по-польски курица будет кура. Кура. Кура, кура, я запомнил, это очень просто. Хорошо, котик мяу, а вон рядом с курицей стоит гусь. Как ты думаешь, как будет гусь по-польски? Ну, я не знаю, наверное, будет гура, гура, наверное, гура, правильно? Нет, котик мяу, неправильно. Гусь по-польски будет генщ, генщ. Ой, ну здесь уже немножко посложнее. Хорошо, что я взял с собой тетрадку и ручку и смогу все это записать. Поэтому, детки, вы тоже записывайте вместе со мной. Хорошо, котик мяу, здорово, что ты записываешь все. Давай пойдем дальше. Смотри, вон рядом с курицей бегают маленькие цыплята, курчата. Видишь? Да, да, они пищат. Они такие пи-пи-пи-пи-пи-пи. Такие миленькие. Хорошо, котик мяу, как будет цыпленок по-польски? Хорошо, котик мяу, не буду тебя больше томить загадками. Цыпленок по-польски будет курчонтко. 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 Цып-цып-цып. Да, котик мяу, все верно. А вон, видишь, стоит такой большой-большой конь. Да, да, вижу, конь, конь. Котик мяу, да ты прям сразу сказал конь по-польски? Серьезно? Я даже не знал, что конь будет конь. Это так интересно. Да, котик мяу. А скажи, ты когда-то катался на лошади? Нет, никогда не катался. Супер, котик мяу. Не зря же мы с тобой пришли на ферму. У тебя есть отличная возможность сделать небольшой кружочек. Ура, ура, супер. Вау, вау, мне так понравилось. Это было так интересно. Я думал, я упаду. Это было так круто, так высоко, так быстро. Я так еще никогда не катался. Вау, круто. Хорошо, котик мяу, супер. А вон, видишь, стоят свиньи, видишь? Да, вижу, свиньи стоят. По-польски свинья будет швиня. Швиня. Швиня, я запомню. Хорошо, а подскажи мне, пожалуйста, а где же песик Гав? Что-то я давно его не видел. Он что, перестал изучать польский язык или что? Ой, я даже не знаю, мы с ним общались, а сейчас я не знаю, где он. Хорошо, котик мяу, возможно, ты ему позвонишь и спросишь, где он. Я сейчас попробую. Алло, алло, песик Гав. Алло, алло, привет, привет, как дела? Песик Гав, а ты где? Я на ферме, пью молоко. Молоко? А где? Где ты на ферме? Мы тоже пришли на ферму. Но мы изучаем сегодня животных. Интересно, а я просто пью молоко. Тогда я буду с вами изучать польский язык сегодня. Супер, тогда мы подойдем к тебе. Песик Гав, это кто? Кто такая? Это корова, корова. Да, все верно, это корова. И корова по-польски будет крова. 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 Супер, супер.
котик мяу, а ты пьешь молоко? Я не знаю, скорее да, чем нет. Хм, котик мяу, а ты знал, что молоко очень полезное? Да, да, конечно знал. Я буду стараться его пить чаще. Хорошо, котик мяу и песик гав. А вон, видите, рядом с коровой стоит козел и овца. Да, видим, видим. Видим, видим, мы все видим. Хорошо, хорошо, а как будет козел по-польски? Я думаю, это будет козел. Все верно, песик гав. Ты что, параллельно где-то изучал тоже польский язык? Да, я немножко читал книгу на польском языке про животных. Супер, супер, ты подготовился. Я тоже хочу прочитать книгу. Котик мяу, этим ты займешься после нашего урока. Хорошо, а как будет овца по-польски? Овца по-польски будет овца. Овца. Все верно, надеюсь, вы записали. А вон, ребята, видите, под деревом кто-то сидит и собирает яблоки, такой колючий-колючий. Как вы думаете, кто это? Это, конечно же, ёж. Ёж? Это ёж, все верно. Хорошо, супер. А как будет ёж по-польски? Наверное, примерно так и будет. Да, все верно. По-польски ёж будет ешь. Ешь. А видите, вон кто-то на грядке ворует морковку. Да, у него такие длинные уши, наверное, это заяц. Да, да, это заяц, все верно. И заяц по-польски будет заянс. 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 Все верно. А кто это сидит на дереве и бросает шишки вниз, а? Это белка. Это белка, верно. И белка по-польски будет вевюрка. 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 Нужно записать, немножко сложновато. Конечно, котик мяу, запиши, запиши, а после перечитай это еще раз. Хорошо, обязательно. Ну что, ребята, как вам этот урок вообще понравился? Что вы из него вынесли? Что вам больше всего запомнилось? Мне больше всего запомнился вкус молока. Да, песик гав, я понимаю, тебе понравилось молоко, но какое больше всего из животных тебе сегодня понравилось? Наверное, это было все-таки корова, потому что корова дает молоко, я люблю молоко, поэтому мое любимое животное сегодня корова. Ой, я, наверное, выберу корову. Ну, котик мяу, ты можешь выбрать свое животное, ты же не очень любишь молоко, поэтому ты можешь выбрать животное, которое понравилось тебе. Ну, не знаю, я катался сегодня на лошади, кстати, песик гав, поэтому это было так незабываемо. Наверное, я выберу все-таки лошадь. Лошадь, да, она мне очень понравилась. Такая красивая, высокая, стройная. Очень-очень красивая, очень-очень. Супер, супер, ребята. Ну что же, ребята, это супер, что мы сегодня пришли с вами на эту ферму. Вы посмотрели этих животных и выучили новые слова. И сможете в будущем, когда приедете на следующее лето снова на ферму, назвать их на польском языке, всех этих животных. Поэтому, ребята, это супер, что вы сегодня нашли время и пришли на эту ферму. Да, да, мы тоже рады. Мы рады как никогда. Это отлично, ребята. Тогда, ребята, до скорых встреч и обязательно повторите все это дома, потому что на следующем уроке мы обязательно это еще раз вспомним. Ну что же, ребята, пока, до скорых встреч. Пока, пока. Пока, пока. Будем ждать с нетерпением.